стужа или радуга, ведра или гроза. Сердце бьется радостью, светятся глаза. Вот идут паломники, песнь поют свою. Есть у них помощница теплая в раю. Пусть бушует житейского моря пучина, ты услыши наш тихий молитвенный глаз. Матушка блаженная Валентина, моли Бога мне и о нас. Я ее помню. Еще худенькая, это ходила она, ну, была такая худенькая, черненькая, темные волосы. Выходила на улицу, на солнышко. Ну, а так, и потом я приходила у всегда в дом, мы дружили семьи, вот. И я приходила в дом, и она у всегда лежала, всегда молилась. Молилась, и горели кругом свечки, иконы стояли, и она лежала около печки на такой, ну так, это топчан, вообще называли, кушеточка такая. Вот, и она лежала, и все время молилась, и разговаривала. Очень приятно она разговаривала, мне вот с детства ее разговор, мне даже, я, кажется, слышу сегодня ее разговор. Во-первых, она мне часто снится и все время говорит, что не, ты не будешь болеть, я все равно тебя вылечу. Всегда она и неколи говорила, и маме так говорила. Я очень болела с детства, и вот обратились к ней, даже подозревали, что туберкулез. А и она сказала, что я ее вылечу травами. И вот вылечила, она сказала, какие травы, и вылечила меня от этих болезней. А так, да и все шли, всем она помогала. И она всех благословила этим крестом. Моя сестра поступала в институт. И перед этим поступлением пришла к ей. Принесла там меду, пришла к ей. И она благословила этим крестом, и сестра поступила в институт, и в то время, вот, поступила в институт, и замуж вышла, и живее, и сегодня счастливая. И сколько людей она спасала до сего, а войну, а сколько войну она спасала, и от бомбежек эту деревню спасала, рядом бомбили, и рядом, коли их дома падали бомбы. Ни одного дома не затронули. И пожар был. Людей сказали это согнать, всех спали так, как вот у литовцы. Так вот так там сказали. И еще ничего не сделалось. Валентина своим крестом и своими молитвами еще задержала. Было немного там, 4 дома сгорело, но немного людей погибло. Но это офицера убили, наверное, сами немцы, и все спасли эту деревню. Потом в 50-м годе налетела буря, и их, где вот церковь была, там, это, что досматривали, поставил гумно, и налетела буря, и разорвала это гумно, но на дом не положила, рядом дом был, положила на дерево, на тополя. И это все это разорвало, и все прекратилось, и все стало тихо, перестала эта буря. И она молилась уже, даже я это, только я еще малая была, она уже молилась, она разговаривала, она с ушими разговаривала, она все знала и видела, мы того не могли видеть и понять, с кем она разговаривала. Никто не мог понять. Вот. И она еще предсказывала, еще. И еще, короче, она знала, и всем людям помогала, всем, всех благословила. Все после войны несли фотографии, подавши вот дети, у всех моя тетя
сын і дочка пропали у Трещанці, дочка згорела, а син погиб на війні. То тетя знайшла фотографії, і вона така ласкава була, такий приємний голос у неї був, така худенька, чорненька. І вона сказала, що це во... не волнуйтесь, все буде хорошо. Потім вона пішла, прийшла к нам і говорить, що ой, святая сказала, нас всі звали святая. Я з дитинства пам'ятаю, її ніяк не називали святая Валентина. Вот. І прийшла тетя і говорить, сказала святая Валентина, що мої діти, може бути, навіть повернуться. А потім, як тетя пішла, так вона розказує Ефросинєті, яка досматривала, я не могла її розстроїти, у їх глаза закриті, їх нет. Вот. І от не вернулися і вони, і одна у Трещанці погибла, а син на фронті. І вона усім усе присказувала, і вона усе видела, усе знала. Помирав Сталін, і вона кричала, так Ефросинна говорить, ой, що случилося? Ой, у Кремле переворот. У Кремле переворот. Потом уже узнали, а знаете, радио одразу не было, наушники такие. Так уже кто, по слуху уже все говорит, что вот правда. Валентина правда сказала. И так вот все люди узнали ее помощь, не шли детей. Я сама носила дочку свою. И она достала это Библию, из Библии достала вот тоненькую такую, у польских называется оплатки, тоненькую, и дала урод. Дитяти еще моему не было год, это дочке, вот старшей. И она дала это и сказала, чтобы только не уронила на пол. И все это прошло, перестали эти болезни, перестало мое дитя. И теперь я говорю, что вот побыла у святой Валентины, такая начитанная, она всю жизнь читает с детства книжки. Вот. И этого, вот она ее благословила тогда тоже и вылечила. Так и голос низкий. Низкий голос был, спокойный у нее был голос. И такой, ну, такой милый голос был. Приветливы такие. И она до всех обращалась, и до детей, до всех. Я вот была, зайду, еще, ну, небольшой зайду, так она таким приветливым голосом говорит и так улыбается мне. А мне скажешь, Шпилевский внучечка пришла. Это Шпилевский, этот дедушка был еще. Будет говорить, а я с вашим дедушком разговаривала, а то и дедушка давно умер. Вот. А мама придет, она тоже скажет, точно, вот с вашим свекором разговаривала, и вот все будет у вас хорошо, все. Наша вся семья, у нас много детей было, но двое-то умершие, все благодарны ей, и всем она помогает, и теперь все, вот браты, сестра, все всегда приезжают к родителям, на кладбище в первую очередь идут к Валентине. Я очень довольна, что жила там, рядом. И все вот мне вспоминается, и голос ее. И я вот вижу, кажется, она вот такая, как она была, выходила в таком темном пальто, выходила на солнышко. Вот. И, ну что... И помогала людям, благословила всех. Уже она видела, уже она знала. Даже корабль тонул где-то, и она тоже на всю хату это вот плакала и говорила Ефросинье, что много очень тонет людей. Вот. И шли женщины вот с Даниловичи, пристали, исти далеко ж, и шли. И там уже несли, может, мед, может, то, и все, и несли, говорить, ой, что-то мы пристали, уже есть захотел, кушать захотел, ну, есть, наш тут Беларусь. Вот, и пришли к ее, и она еще их благословила, еще, и они уже доставят, еще,
яна гаворыць: «Спасибо вам за ўсё, спасибо, вы так кушаць хочаце, нясіце это ўсё, забірайце сабе і сваім дзеткам». І вот і пасля вайны, і ў вайну немцы прыходзілі, прыйдуць партызан, скажуць, што, ну, можа, якая гэта связная, тады ўвідзіць у яе іконы і свечы ўсё, і ўсё скарэй перахрысціцца і з доміка гэта ўходзілі. Ніхто яе не трогаў. Вот. Ніхто не быў проціў. Усе ў нас у дзярэўні звалі Святая Валентына. Ніяк больш не звалі Святая. Усё, што вот ідуць да святой, вот прыехалі да святой, вот ідуць, вот спрашваюць, дзе домік, дзе яна жыве, дзе што. Так яна звалася ўсё время. Приказана нам, дзецям, не шумець, бо там Святая Валентинушка. На улице где эти деньги старались не шуметь. Вот мама все время приказывала, хотя там не шумите, вот там Валентина лежит святая. И что ж, я наш лежачая была, и все знала, и батюшки да и всегда приезжали. Был у нас батюшка вот у Дзержинске. А такі хорошы, на ўсегда з ім разгаварвала, ўсегда малілася, ён ўсегда быў. А потом быў адзін бацюшка, на яго не прыняла. Яна накрыла галаву адзіялам і не стала з ім разгаварваць. Гэтая фразі не так перажывала, а яна гаворыць, што... А, ён сказаў, што я недастоен яе. Вот. І выйшаў... Яна говорит, это ж батюшка, это ж был на похоронах там у Заболоте. Так яна говорит, это не батюшка, это не достоин быть батюшки. Мама повела, Самохвалович приехали, бабушка приехала такая и внучка приехала. Так яна пошла, мама, туда до их, чтоб яна почитала. Бо у одной голова была, а у другой... Тоже болезнь была у младенькой этой. Так яна этой бабушце говорит, что ж вы ко мне пришли? Вы идите у церковь не ходите. Надо ходить у церковь. А на эту девочку говорит, ну я постараюсь, я помогу, но ты ж комсомолка. Но я все равно помогу, все будет хорошо. Вот. Потом вышли. З дому мама спрашивает, это так, на эту уже бабушку. Она говорит, да, я в церковь не хожу. Она пошла, понесла мед, мама дала. Вот уже перед закончением школы и поступать в политехнический институт. А тогда ж, ну, как поступить было? Да с такой семьей, с большой, да с деревни. А она ее благословила крестом и дала ей поцеловать этот крест. И поступила. Поступила, и общежитие дали, и выучила, еще и замуж вышла. И вот тоже у всяких болезнях, у всем, ну я ж говорю, что, ну кто нам помогает, Валентина? Все, что люди, кто и шел к ей, мы все сами знали, и теперь я знаю, кто и на кладбище идет с хорошей, чистой душой, и все, зная, что, ну, знаю, что она должна помогчи. И она всем все помогала. И всем благословила всех.